Вот это псиночка. Как зовут? Боня. Боня. Это Боня. Боня. Не съешь телефон. Боня. Боня ее зовут. Это собака Зеба, мою Боня. Ты не отпускаешь сладко? Всех затопчик. Боня, привет, как дела? Она же еще маленькая, поэтому не А сколько ей? 7 месяцев. Красотка какая, фотогеничная. Зубы, зубы красивые. Миле. Суслик, суслик, суслик. Умеет делать суслика? Суслик. Наша умеет суслик. Суслик, Мелисса, это не суслик. Это Боня. Молодец, соображать, что на маму нельзя. Ну да. Собачка! Боня! Такие обе беленькие, и Мелисса, и Боня. Белые пушистые. Сестры-близняшки. Да. Боня! Ай, уйди от нее. Да. И Мелисса тоже любит Боню. Мелисса! Как лошади! Как на барабане. Да. Смотри, Боня, аккуратнее. Ой-ой-ой. Не цапни ляльку. Ой, ты хочешь на руки взять? Ой, как тяжело. Бони? Бони. Илюша, не пони, а Бони. Бони. Похож на маленького пони. Эмилия, не визжи. Я же говорила, Эмилия, от собачек нельзя убегать. Они этого не любят. Нет. Ты что, куда? Что собаку нам? Кто бы с ней гулял? С детьми вышла и погуляла. Скажи, Мелисса, так бы и съела, да? Ты ее держишь? Опа, ага, она не может разорваться. Да. Ой, не съешь собаку. Мелисса, сейчас замучаешь собаку. Она будет детей бояться. Знаешь, есть дети, которые собак боятся, а Боня будет детей бояться. Потому что я не думала, что мы пойдем гулять. Я же тебе сказала, мы собирались сейчас. Мелисса отстанет от нее. Зануда. Я как на ипподроме.